всю войну под звезд. Какие цены. Я все к дому тянулся и хотя горячился, воевал делом, а он торопился, как-то раз не пригнулся и войне зад вперед повернулся. За два года всего ничего не слыхать его пульса. 43-й весны, ну а я окунулся в довоенные сны. И гляжу я дурей, но дышу тяжело. Он был лучше добрее, добрее, но мне повезло. Я за пазухой нежу, не пил с Господом чая, я не в тыл не стремился, не судьбе подпаду. Но мне женщины молча намекали, встречая: если б ты там навеки остался, может, мой бы обратно пришел. Для меня не загадка их печальный вопрос. Мне ведь тоже не сладко, что у них не сбылось. Не ответ подвернулся. Извините, что цел. Я случайно вернулся. Вернулся. Но он кричал напоследок, в самолете сгорая: ты живи, ты дотянешь! Доносилось сквозь гул. Мы летали под Богом возле самого рая. Он поднялся чуть выше, но я до земли дотянул. Стрелял летчика, сука, русский аэродром. Он садился на брюхо, я ползал на нем. Он уснул, не проснулся. Он запел, не допел. Так что я вот вернулся. Глядите, вернулся.